Привет всем любителям Гринекса! И сегодня у нас на обзоре такой набор, в котором сразу есть три машинки. Ну что ж, друзья, начнем с оплейки деталей, но я думаю, что будет намного интересней, если вы это сделаете сами. Сначала берем вот этот вот серый механизм, вставляем в него такой вот барабан со шнуром. После этого вставляем подвеску для колес. И все это ставим в отсек для двигателя. Протягивая вот эти вот два шнурка вот сюда. На них мы вставляем дополнительные ножки. И сюда. Затем вставляем вперед палочки для колес. И нужно их закрепить вот этой вот большой деталью. После корпуса у нас идут колеса. Мы вставляем в них колпаки. И одеваем на них шины. И затем одеваем их. Цепляем бампер. И после этого ставим вот такие вот белые заглушки. Здесь уже поставлены. И сверху на них ставим крышечку. Просовывая наши провода вот сюда. Сзади у нас еще есть спойлер для скорости. И для того, чтобы нам поставить солнечную батарею, мы ее пронизываем вот сюда. Так, чтобы она нам не мешала. И ставим. И для того, чтобы все это работало, мы соединяем вот эти вот два кабеля. Сейчас нажимаем вот эту вот кнопочку, и нам понадобится солнце. Вот и все, наша машинка едет, солнечная батарея работает, и все нормально функционирует. И сейчас мы будем строить вторую модель. Для этого нам понадобится снять много запчастей. Первый по плану это у нас спойлер, соединяем его и присоединяем назад. Спереди у нас стоит голова, здесь мы вставляем белый гвоздик и соединяем голову, но между ними у нас еще есть вот такая вот спутниковая антенна и ставить вперед. По бокам вставляем крылья, также у нас есть одно шасси. Вставляем в него колесо и присоединяем к низу головы. Затем ставим наверх крышу. Ну и сюда солнечную батарею. Соединяем наши кабеля. Нажали кнопку, теперь у нас есть вот такой вот летающий космонавт. Разбираем то, что нам не нужно. Для того, чтобы собрать третий комплект. Нам понадобится снова прикрепить колеса. Бампер вперед. Спойлер назад. Затем берем нашего человечка, вставляем ему руки. И ставим его по центру. Из солнечной батареи нам нужно вынуть этот механизм. И ставить белую палочку. И вставляем его за спиной нашего человека. И чтобы просунуть кабель, нам нужно вынуть эту вот штучку, провести туда красный и черный кабеля и ставить обратно. Вот как-то так. Также каждый из этих трех машинок может работать не только на батарее, но и на обычных энергетических батареечках. Просто их подсоединяем. Вставляем батарейки и нажимаем кнопку включения. И на этом все, дорогие друзья. Желаю вам с удовольствием провести сегодняшний вечер, а главное с умом. Всем пока!